Теперь мы домой уже пришли и распаковали. Смотрите, что мы купили. Ребята, смотрите, что мы на Фрумарте сегодня надыбали. Видите? Вот такие, видите, моя рука? Какого размера? Кобальт, это вообще... Я обалдела. Ребят, сегодня мы пришли на Фрумарт. Сырцы. Можно так делать. Нечего, мы придем, посмотрим, что тут продают. Иногда попадаются хорошие вещички. Посмотрим, что сегодня, может, что-то и найдем интересное. Вот смотрите, все по 1 евро. Да, парочку я вижу, интересно. И всякие. Вы, ребята, смотрите, что тут все предлагают для детей. Игрушки всякие, игры. Что меня интересует, что как красивая посуда. Серьезно. Такие куклы, смотрите. Игрушки, ребят, смотрите. Мантик, наверное, какой-то. Dein Zünder von der Granate, von der Hauptblitze. Du kannst einstellen, bei, nach welcher Zeit es losgeht und dann ist der erst durch den Bunker durch und dann ist er durch. Wow. Nimmst du mit? Ah, 15 soll ich, aber kann ich nicht. 17, ja. Sag ja oder nein? Okay, dann nimmst du mit. Ah, das war's schon. Dankeschön. Du weißt, ich bin unerbittlich. Aber ich habe schon so gefroren, dass ich da nicht so traurig bin. Ich war schon gar nichts gewesen heute. Bitte schon mal. Ja, Geld ist Geld. 10, nee, hast du. Ich verstehe das hier, aber das ist ja was Besonderes. Und das ist uralt. Ja, ja. Das ist uralt. Was ist denn das? Уже везде скол, видишь? Интересные вещички тут. Противогазы даже. Каска, лопата.
Rosenthal, schau mal. Das ist achtteilig, ja? Kaffee. Achtteilig habe ich, acht, ja, ja. Acht. So Kaffee. Ja, Kaffee will ich schon. Mhm. Ich schaue im Internet nach, was das ist. Na eben, die können das, können wir gut machen. Mhm. Nehmen wir es auf die Milch. Aha. Das ist was, was Besonderes heißt. Мы разговаривали с продавцом вот этого сервиза, это Розенталь, на 8 человек кофейный сервиз. И она говорит, что она даже за 50 евро не может это продать. Представляете? Может быть, кому-то надо.